Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Илья, и сегодня я хотел бы рассказать вам об этой груше, которая растет у меня в Тверском саду, в Твери. Груше 5 лет, и вот второй год она плодоносит, не крупными и не очень сочными, но ароматными грушами. Весной 2014 года я использовал это дерево как маточное, для того, чтобы взять привойные черенки и привить ими свою аронию, старый куст, который растет у нас перед домом. И как вы видите, прививки не только прижились, но и дали урожай уже на второй год после прививки. Прививка произведена китайским секатором способом омега-копулировки. Место прививки сейчас вы увидите. Конечно, изоленту нужно снимать в первый же год, а не на второй, чтобы не было перетяжек дерева. Как видно, груша уже на второй год после прививки толще, чем подвой. На следующий год ветка груши будет в два раза толще, чем ветка аронии. Тем самым проявляется биологическая несовместимость этих двух совершенно разных растений. Но тем не менее, прививку груши на аронии можно попробовать в качестве тренировки, если вы, например, начинающий садовод, каким, собственно, являюсь я. Груши на аронии меньше, но по вкусу такие же.